105. Здесь быстро. Минута. Полторы минуты. Ну-ка. Наш Смоленск. Мы все еще бегаем по делам, писаем с самого утра. Как поехали за камерой, накрутилось столько много дел, поэтому мы сегодня торчим в Смоленске. Жуть, лучше бы я поехала в этот тупой лес, серый, невзрачный, плохой-плохой, и нашла бы одну саркосифу. Это бы мне было гораздо веселей. Да, было бы интереснее, гораздо веселее. А так, болтаемся по своим делам. По всяким. Никак у нас все не получается на 100%, как хотели. Да, мы стоим на улице Урицкого. Здесь у нас вот справа польское кладбище. Оно очень старое. Могилки старые, оградки старые, все старые памятники. Но никто это не убирает. Это здесь уже окраина, а там дальше все очень видно. И даже какой-то маленький есть костёлчик здесь. Еще мы проехали костёл. Он все время на ремонте. Ну, в смысле, его ремонтируют все время. А это наш город-герой. А нам надо в Россельхозбанк. Сегодня хочется очень попасть, потому что у меня затея одна грандиозная. Все, наконец-то мы проезжаем перекресток. И я сейчас буду выпрыгивать. Давайте вы Да, будут они стараться. Да блин, что ты делаешь? Что он делает? Дермантин, заезжает. Твою мать. Что он делает? Заезжает. Молодец, блин. Угу. И ты бы сюда заехал, если бы ехал. Давай я здесь выйду. Вон тут, видишь. Выходи, зайка. Угу. Так, я туда сейчас. Прикрой платочку. Ладно, хорошо. Беги давай.